Проблема, которую решает наш проект, в общем-то, то, что семьи с редкими детьми очень часто живут далеко друг от друга. Детям очень хочется пообщаться между собой, ну, потому что у них есть какие-то общие проблемы, общие интересы. А общение по скайпу — это очень прикольно все, но, в общем-то, какая-то ерунда. Вот. И да, и очень важно, чтобы было живое общение, также у родителей, чтобы они могли поделиться своими какими-то проблемами и, в общем-то, всем, да, и поддержать друг друга. И самое, в общем-то, что мы больше всего хотим добиться этим лагерем, чтобы все могли приехать отдыхать в какое-то место вместе, чтобы в непосредственной обстановке и отдохнуть, в общем-то, и пообщаться с детям, и получить там медицинскую поддержку тоже. Ну, чтобы это будет обустроен медицинский тоже лагерь. Дальше. Механизм решения, собственно, мы видим. Я просто половину слов не очень понимаю, которые говорит здесь, поэтому. В общем, через технологии нам надо рассказать, в общем, всем об этом проекте, чтобы собрать денег и построить его, проще говоря. Дальше. Целевая аудитория наша. Собственно, с 18. А? Нет, целевая аудитория, в смысле, те, на кого нацелен сайт, который будут посещать, те, в общем-то, кто будет собирать нам деньги на проект. Да, в общем, да. Ну, с детей карманные деньги собирать нам как-то стыдно пока, да. Следующее. Как будем мерить наше влияние? В общем-то, если у нас не будет кирпичей там и средств на постройку, значит, плохо. Если будет, и мы будем видеть, что как бы все получается, значит, хорошо. Значит, все получается. Дальше. Технический компонент, который мы используем. Вот они. Прочитать я не смогу. Гигер — единственная эта штука. Следующий. Что было сделано за хакатон? Была сделана инфографика. И сайт, собственно, вот он. Мы не можем, к сожалению, здесь на него перейти. Можно его показать? Я хочу рассказать про инфографику, потому что для меня это сегодня просто мое самое гениальное, что я могла сделать вообще за всю свою жизнь, потому что я вообще не знакома с никакими технологиями. Так, значит, редкий лагерь. Мы приблизительно посмотрели, что нам нужно собрать, ну, допустим, 3 миллиона рублей. То есть это на покупку земли и закладку фундамента, допустим. Мы решили, что если мы будем показывать такую инфографику, тогда если каждый человек ежемесячно, какой каждый человек, если люди, которые хотят поучаствовать в этом, ежемесячно будут отправлять 200 рублей, тогда нам нужно... Не видно. Нет, там было около 1000 человек, если будут отправлять, мы соберем эту сумму. Соответственно, если 300 рублей, там около 800, 400 это 600 людей. Моя любимая цифра, это есть по 500 рублей с 500 человек собрать, господи, сейчас, если ежемесячно с 500 человек собирать по 500 рублей, тогда у нас будет 3 миллиона всего лишь за один год. Соответственно, через год у нас это может быть у меня ВКонтакте больше друзей, чем 500. Поэтому вполне возможно, что мы можем построить это. Дальше. А, теперь сайт. Подождите, нет. Отлично, спасибо. Это, собственно, происходит в лагере, про который мы вчера рассказывали в Севастополе. Вот. Сайт, да. Да. Это вот наш сайт. Где мышка? Я съела кошку. Ну, в общем, вот такой наш сайт. Можно нажать на сердечко. И то, про что говорила Маричка и Денис говорил, это называется Лейка. Это единственное слово, которое я помню. Спасибо. Да, Лейка, на нее нажимаешь, и там, в общем, отображается, как можно помочь. Мне кажется, мы уже отнимаем время, уже понятно, в принципе, еще. Нет. А можно подробнее? Ну, да, все. Спасибо большое за внимание. Вот, собственно, да.